Гюрзенка. Пожалуйста, Никита, please do not throw, guys. Арбитов, she is talking. How's the gag? How's the shit? Yeah, look at that. Come on, hands up. Put hands up. Life is fun. Do not scream anymore. Guys. And let's go. Right now, come on. Смысл анимационной программы в том, что макают полотенце в бассейн, передают друг другу и водичку выжимают в ведерко. И, видимо, выиграет тот, у кого больше водички. Водное поло. Зумба. Очень классные танцы. Много желающих танцевать зумбу. Мы сегодня не успели. Сейчас подойдем поближе, посмотрим зумбу. По танцам у нас здесь в основном наш аниматор, который проводит акваэробику. Здесь у нас проходит зумба каждый день, очень классные танцы. Клубный танец нашего отеля. Сейчас подойдем поближе. Первый раз вижу прямо аэробику. Вдоль
здорово, обязательно нужно поучаствовать в следующий раз. Позаниматься, да? О, какой котик у нас красивый. Маленький кусочек анимации. Здесь играют дартс. Подсчет очков. Здесь проводится йога. По крайней мере, за наш отдых пока что ничего другого не видела. Сегодня пятница, и у нас место взрослого шоу в амфитеатре. Такая вот сделана классная развлекательная зона для деток. Ну, для взрослых, наверное, если кто-то хочет, например, вот эта крутёлка, да? Разные батуты. Проходит это все на площадочке рядом с аквапарком. Воздушный батут в виде ракет таких. Здесь у нас такой тир. Можно бросаться мячиками туда. Очередь. Очередь есть. Зато все бесплатно, поэтому можно и в очереди постоять. Угощения, но уже походу все скушали, пока мы пришли. Наш отель в вечернее и ночное время. До 12 часов играет музыка возле бассейна. И шумоизоляция не очень хорошая, поэтому чувствительным к звукам людям будет до 12 уснуть сложно. Например, я отношусь к таким, и пока 12 не выключат музыку, я не засыпаю. Кроме этого, здесь находится соседний отель Queen's Park. И музыка тоже очень слышна, и получается прям сочетание у нас в номере и слева, и справа. Поэтому если маленькие детки и тоже не могут уснуть под громкие звуки, лучше, наверное, выбирать номер с видом в другую сторону. Хотя с другой стороны находится тоже отель, но насчет этого я не знаю, как там, громко ли играет вечерами музыка, либо... может быть, там потише. Так что интересуйтесь у своих агентов. Может быть, они подскажут, какой номер лучше выбрать, если все-таки хочется вечером тишины.